В республике продолжается реализация национального проекта «Экология». На днях в Чебоксарский и Вурнарский районы доставлено 312 новых мусорных контейнеров. Все емкости для сбора мусора нового образца на колесах и с крышками. Специалисты называют их евроконтейнерами. В Старом Свете они давно уже в ходу. Вот и в сельских поселениях уходит в прошлое сбор отходов в мешках с дальнейшей погрузкой в мусоровозы. Теперь все механизировано, чисто и быстро. Специализированные площадки во всех муниципалитетах должны быть готовы к 1 сентября. Такую задачу поставил глава республики. За счет аукционов удалось добиться снижения цены на контейнеры, что позволит закупить еще почти 800 штук. Важный момент. Евроконтейнеры двух цветов – зеленого и синего. В будущем это облегчит переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов.